Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы на канале «Стройгарант Анапа». Вот в гостях у наших клиентов, которые уже здесь живут полгода. 8 месяцев. 8 месяцев. Это Александр и Екатерина Александровна. И я, Александр, раб Божий. Вот Александр говорит, что я здесь был, ну, забирал. Я вот честно не помню, и так приятно видеть, когда живут уже в готовом доме, уже обставленные, когда сам удивляюсь и по-другому смотрится. Вот. Но расскажите, откуда вы, почему Анапа? Я так с вами общался, вы хотели там и в Белгород, и, может быть, Сочи, Новороссийск, ну, как все рассматривают. И в итоге мы в Анапе. Ну, расскажите. Да, как бы при выходе на пенсию хочется уже перебраться в теплые места. Мы 37 лет прожили в городе Биробиджане, еврейская автономная область. Выйдя на пенсию, конечно, хочется уже погреться. Да, вот. И в 2018 году привозили сына в санаторий Анапа на лечение. И, посмотрев город Анапу, решили, а почему бы и не посмотреть Анапу и окрестности. Ну и так, приехав домой, решили... Единодушно. Да, решили менять... Были споры. Ну, как обычно. Вообще, это же сложный вопрос. Это же, давайте скажем так, как у нас сейчас модно в стране, обнуление сделали. Да. Но в итоге, как высший разум решил, так и... В принципе, да. Голова, не зря же говорят, что муж голова, но жена шея. Я думаю, вы согласитесь, это не то, что там обидно. Вот так и говорят, что Анапа – это город для пенсионеров. Потому что вот здесь, ну, в принципе, и коммунальные платежи, там, и продукты, и по климату больше подходят. Здесь теплый такой, в отличие от субтропика. Есть единственное, такое... конечно, знаете, я скажу так, что, на мой взгляд, Анапа – это город-праздник. Вот как бы там ни было, Анапа – город-праздник. Пока там люди, пока настроение, там… Да, когда лето, когда там все. Да. Вот, а поэтому в таком городе трудно жить. Вот, конечно, пенсионеру, да, вот он приехал, может быть, там экономнее будет в каком-то плане, но это город-праздник. Не каждый пенсионер выдержит постоянный шум на улице, гуляния, салюты, музыку. Но опять же, мы же поэтому и строимся, там Гастагаевская, это ну, не Анапа, тут нету туристов, нету вот этих всех Бухара-Ламбада. Да. Цибанабалка строимся, тоже это поселок в поселке, там ни одного отеля нету. Вот, Звездный. Сейчас на Темрюк пошли тоже, ну вот везде вот так. У нас Гастагайка подкупила, конечно, тем, что море недалеко. И вся инфраструктура. Вся инфраструктура здесь. Кстати, у наших подписчики вот иногда такие вопросы пишут, что переехав на юг, сколько раз вы были на море? Ну, мы много ездили. Мы любители. Море, да. Мы любители ездить. То есть это от человека зависит. Да, совершенно верно. Это точно так же, как и говорят про работу. Вот, правильно. Я хочу сказать, что когда человек хочет работать, он найдет работу в самом глухом селе, в хуторе найдет работу. А когда не хочет, то у него будут проблемы, там мало платят, там я на второй роли должен быть и прочее, прочее. Когда человек сам ищет работу, найдет. Да. Есть хорошая погода, есть настроение. Да, да. И главное, не в жару. В жару мы, конечно, кто ищет, не ездим. Кто находит, кто стучит, тому отворят. На море мы любители вообще утреннего моря. Ну вот так получилось, на утреннее море мы съездили раза два-три. Но вот когда было еще не период, нормально, на трассе можно ехать. А когда, конечно, уже период, трасса заполненная, напряженка. Ну, да. Поэтому вечером. Закончили работу, вылезли с этого огорода, поехали. Сели и поехали, на GMT поехали, там, или еще на Тартугу, да, или, ну, в общем, мотались, мы уже все пляжи знаем, где что. Где почище. Мы покажем нашим подписчикам, как вы обустроились, вот огород, я смотрю, там навес сделали, терраса у вас очень красивая. А там, получается, соседи это тоже мы строили, они еще не заехали. Они в пятницу приедут, сказали, уже полностью. Вы уже знакомы, да? Да, мы со всеми знакомы. Переписка полностью. Мы хотим с соседями мирно жить, со всеми. И здесь тоже соседи пока еще. Это Сахалин, тоже общаемся. Они, кстати, дистанционно купили. Дистанционно у нас взяли. Да, в июле приедут. И дистанционно отапливают, кстати. Да. Ну вот видите, друзья, можно даже дистанционно отапливать нашу компанию. Да. Ну, очень классно, что у вас такой навес прям необычный. Ну, вот заезжаешь, и место такое маленькое вдали, да, дороги вот все-таки не так много. Да, здесь получается чем хорошо, что как бы мы как бы спрятаны, ни на дороге пыли нет. Свой мирок. Да, уютненько, компактненько, земельный участок небольшой, все для пенсионеров. Сколько соток?
5,6. 5,6. Проект какой выбрали у нас? Это 70. 70,8, если не ошибаюсь. Ну, 70. Ну, у нас терраса очень большая, у нас 26 квадратов терраса. А вот, Александр, вы говорили, что обошли всех застройщиков, плюс-минус, остановились на стройгарант Анапа. В чем ключевая особенность или отличие? Вы знаете, я начну с того, что вообще везде человеческий фактор срабатывает. Очень много зависит от менеджера. Вот как менеджер представляет, вот как он рассказывает, как он с тобой делится. Лицо компании, да? Да, для нас это лицо компании. Мы тогда еще не знали ни Павла Анатольевича, мы не знали ни бухгалтеров, ни юристов, никого. Ни Юлю, ни Катю, никого. Это потом уже ознакомились, мы уже всех, наверное, знаем, всю вашу контору знаем уже. А тогда вот Юля была наше лицо компании. Она приехала, она нас встретила, взяла, повезла, показала один дом, показала другой дом. Да несколько. Да, мы штуки 3-4 дома посмотрели. Ну, у нас еще приоритет был только в одном этаже. Да, мы для себя решили. Другие компании, если и показывали, да, были у них готовые, как мы хотели, вот чтобы готовые, или вот чуть-чуть с недоработкой. Вот, но там были большие площадя. Вот, мы, зачем на два человека? Не под ваш критерий. Да, нам это не нужно. Нам надо было найти одноэтажный. Небольшой я дом. Соглашусь, потому что, в принципе, все застройщики, тут не надо себя там возвышать, примерно строим плюс-минус одинаково. Ну, в принципе, да. Но именно, как вы говорите, человеческий фактор, личный подход менеджеров, у нас уделяется большое внимание, у нас и обучение каждые 3 месяца, каждую пятницу планерки, мы разбираем все звонки, то есть, чтобы улучшить сервис, чтобы клиент всегда был доволен и отзывы были хорошие. И вот результат. Да? Знаете, мы тесно вот работали с прорабом Хусейном, надо отдать должное, всегда откликается, всегда приходит, и даже если какие-то были недочеты, но строительство... Они все это устранимо. Я всегда говорю, не надо, когда только говорят, что мы самые лучшие, там, без ошибок, идеальные, это значит уже есть какие-то подводные камни. Есть недочеты, бывают где-то окна, где-то там еще какие-то нюансы, но это все в работе. В порядке устраняется, и тем более гарантии есть. И всегда можно, как вы сами, я знаю, приезжали лично к директору, он у нас не где-то там на Кипре, открыт, адекватен, порядочный, вот это самое главное. Хоть здесь приятно. Компания была в Гастагаевской, хоть сейчас вы перебрались, хутор Воскресенский, это под Анапой, двери открыты, все вопросы решаемы. Знаете, я честно хочу сказать, что вот я прошу с ней поработать руководителем, и как работает сам руководитель, мне это тоже очень важно. Ну, честно говоря, я не хочу никого нахваливать. Ну, пока мы с вашим директором находим общий язык. И Павел Анатольевич, давайте. Спасибо большое. Приятно. Значит, где-то надо, конечно. Я понимаю занятость, я понимаю расстояние, которое он за день там проделывает, какую он работу проделывает, я все понимаю. Поэтому мы не пытаемся вязнуть в зубах со своей проблемой какой-то возникшей. Мы есть вопрос. Напоминаем. Все решается. Надо напомнить, надо позвонить, надо переговорить с ним. Мы с ним и в WhatsApp занят, общаемся. Он перезванивает нам без всяких проблем. Вот такой вопрос. Хоть он и руководитель. Екатерина Александровна, Александр. А вот что вы бы посоветовали подписчикам, пройдя вот этот путь от принятия решения до переезда и выбора застройщиков и так далее, чтобы люди вот не боялись переезжать, тем более не молодые уже сюда едут, это, как я говорю, город пенсионеров, какие бы им советы дали, вот чтобы они реально, услышав вас, тоже как-то этим шагам давайте следовали. Давайте я начну, потом Екатерина продолжит. Значит, я хочу сказать, что мы... Лично мы, как у вас было? Не зря наши дети говорят, что мы рисковые люди. Мы дважды в жизни обнуляли свою жизнь. Мы первый раз обнулили, уехали с Украины на Дальний Восток, а второй раз с Дальнего Востока приехали почти на Украину. Без ничего. Без ничего. Приезжаем с нуля, уезжаем с нуля, начинаем с нуля. С нуля начинаем полностью. Там с нуля. Работа с нуля, жилье, все. Все с нуля, все отношения, работа. Только личные вещи. Только зарплата. А как же родственников оставить, детей в конце концов, связи? Они же все взрослые. Дети у меня взрослые все. У нас дети, самая младшенькая 36 лет, самому старшему 44 года. У нас их трое, значит, и средняя дочка у нас 40 лет. Вот поэтому... Не боялись с нуля начинать, да? Да, мы уже поняли, что... А мы сюда ехали, когда мы уезжали с Украины на Дальний Восток, у нас тоже было двое детей, тогда еще было, одна родилась там. И мы тоже вот с маленькими детками поехали. Ну, вот такие мы люди по характеру. Но я думаю, что риск всегда благородное дело. И когда вы, значит, приезжаете, начинаете жить с нуля,
это как, знаете, как новая ваша книга. Вы ее пишете, как вы хотите. Новый старт, да? Да, вы пишете ее, как вы хотите. Вы выбираете то в жизни, что вас в данный момент устраивает. Вы хотите построить вот так жизнь. Вы ее строите. И это интересно. Вот нас это увлекает. Я думаю, что это, наверное, многих людей увлекает. Mm-hmm. Просто где-то страх. Ой, а вдруг мы приедем, а тут... на... Да не пустое место, везде люди. Везде, все везде, новое, везде. Новая обстановка, новая мебель. Страна-то та же. Конечно. Там, да, в Новороссийск, в Сахалин, да. Везде законы. Это не надо языки учить, там куда-то уезжать. Да, конечно. Традицию изучать. Да, может, где-то за границей манер. Лучше. Мы, я поездил по миру и знаю, где-то за границей может быть лучше. Но это надо, знание языка. И ты там будешь всегда второсортным человеком. А здесь ты все свои. Так здесь многие у нас из Германии, с Америки, да, мы видели. Возвращаются пенсионеры сюда, аж говорят, ну не можем мы там, вот, особенно на пенсии. И еще чем хорошо, вы знаете, здесь много приезжих, много понаехавших, как говорят. Понаехи. Но самое интересное, что темы разговоров одинаковые, то есть соратники. Мы идем по улице гулять, вот выходим каждый день, туда по набережной, по Северному идем, гуляем. Выходят, мы уже всех знаем там, и нас уже знают. И мы общаемся, у нас темы одни и те же, больные, допустим, мы какие-то обсуждаем, там, дорога, там, вода, электричество. Это темы уже, ну, все, хочу сказать, что меняется. Вот даже сравнить, как мы приехали, вот уже 8 месяцев мы здесь живем, хотя здесь мы уже 11 месяцев, но живем 8 в своем доме уже. Значит, меняется все. Сменили нам на улице электрическую сеть. Станица растет, развивается. На глазах. Так и сама Анапа, вы видели? Да, тем тоже. Тем более наш государь сказал, что он возьмется за Анапу. Вот мне ролик клиенты показывали. И смотрите, как дороги стали делать, развязки. Ну, сейчас, я думаю, вложения будут очень-очень ощутимые для нас с вами. Это очень приятно. Поэтому и цены-то как взлетели. Вы взяли по одной цене, сейчас уже на 800, я считал, дороже. Да, где-то так даже можно. 800 и миллион. И миллион. Мы, кстати, сравнивали стоимость нашего дома и в хуторе Красном. На миллион разница, на миллион. Вот, ну, хочу сказать, что здесь еще инфраструктура гарантирована, обеспечена. Люди боятся, там детские сады, школы, ерунда, все никого есть, не слушайте. Все есть. И школы есть, и не одна. И детские сады есть. Нет, есть частные детские сады, как и везде. То есть магазинов вдоволь. Выбор. Вот продуктов для пенсионера, допустим, или для человека даже работающего. Выбор, ты можешь выбрать Магнит, Пятерочку, рынок, все, что куча. Здесь магазинов. Рынков много, мне очень это приятно. Мы в ящик гранат взял там по 100 рублей. Мы ездим в Варениковку на рынок, когда нам надо. Там, допустим, сад, там деревья, кусты, там можно купить хороший. В Юровку мы ездили, тоже посмотрели, очень хорошие там. Вы знаете, не суть, а дороги есть куда хочешь. Дороги здесь. Короче, вы довольны. Этот старт, он не был напрасным, да? И еще хочу сказать, что, конечно, надо приезжать и смотреть. Но благо дело, в Гастагаевской есть где остановиться. Тот же гостиница. Да, гостиница «Жемчужина». Вот, очень хорошо там. Как однокомнатная квартира, можно и приготовить, покушать. Есть там даже столовая, но мы вселялись в карантин, она не работала, а так-то там даже столовая есть. Да. Вот. Все удобства. Домашняя еда. Все удобства. Как вот готовят там суп без мяса, ну бульон я имею в виду, а там прям подход. Пожалуйста, приехал, остановился на недельку, объехал все компании, пообщался. Посмотрел, я тоже так же говорю, не надо... Как совет тоже будущим покупателям, не надо сразу ехать там к одному. Ну, опять же, если уже знакомые, то чтобы не обжигаться. Да. А так нужно посмотрел всех. Посмотреть надо. Вот это обязательно. Обязательно. Я прямо советую сравнить. Прямо советую вам всем, кто приедет, кто надумает ехать. Конечно, я понимаю, вы там смотрите ролики, блогеры, слушаете все. Это все хорошо. Это все нужно. Это какую-то вам даст информацию. Но все заинтересованы. Но приехать и посмотреть. Как знаете, может быть, потому что я хохол, мне надо пощупать все своими руками. Вот приехал, пощупал, посмотрел. Мы перещупали кучу домов. Мы очень много посмотрели разных компаний. Да. И вот нам понравился, прикипели мы к этому домику, нам понравился, сразу мы переглянулись и решили. Да. Я даже говорю, что если не у нас возьмете, мы не обеднеем. Посоветуем, где все равно, если взять, например, застройщиков, 10 так взять, здесь есть по загородным коттеджам. Но не буду озвучивать, трое из них с ними нельзя работать. Есть. И не факт, что как раз вот под
подписчик там, или заинтересованное лицо на них не нарвется. А мы, в свою очередь, можем посоветовать, что вот, ребята, такие же проекты, коттеджи, просто, например, мы по месту расположения поселка не подходим, идите в ту компанию, без проблем, нам с этого ничего не будет, но людям вашего возраста, это же родители наши. Зачем лукавить там или какие-то искать свои здесь интересы? У каждой компании есть своя фишка. Комнаты, допустим, те же спальни. Это немаловажно, что хороший метраж. Да. Вот. Проекты у нас, наши проекты это делали в архитектуре в Анапе. Спальня 17 не квадратов. Не то, что это клетушечка. Это очень даже 17 квадратов комната, да. Это из того, что мы смотрели, 11, 12, 13, максимум 14. А у нас 17 и 14. И большая гостиная, да, с очень есть, довольно-таки, да, приличной кухней. Вы знаете, этого терраса 26 квадратов. Вы отделку сами выбирали, да? Нет, это уже было. Но оно вписалось в наш. Это уже было. И нет, я просто смотрю, что все в итоге. Мы любим в одном светлые стиле. Тона. Светлые, да. Да. Вот соседи, например, любят темные. Темнее, да, у нее темные. Она так любит. Она заказывала, у нее под заказ. Они давно брали. В те года, еще, в те года темная была, ну, интерьер в моде. Сейчас, наоборот, к светлому. Вот соседский тенденция. Дом, может быть, не стоит мне его рекламировать, не знаю, он уже продан, конечно. Он уже продан. Да, ну, значит, должен сказать, что тоже очень хорошо отделан. Двухэтажный дом, но довольно-таки аккуратная лестница, очень даже аккуратная. Да. Очень даже неплохие комнаты, да, они поменьше, чем наши, но... Не, мы сейчас к отделке даже более тщательно стали подходить. Дизайнера взяли штатного, то есть теперь отделку выбирает не кто имеет вкус, на свой взгляд, там, прораб или еще кто-то, а конкретно дизайнер прорабатывает. Если просто строим за свой счет, она полностью выбирает. Если под клиента, то теперь через нее это все проходит, согласование. Иногда она скажет, но это не совсем. Там, не вписывается. Да, моветон, скажем так. А посоветуют все, и люди прислушиваются. Вы знаете, вот мы смотрели, вот почему у нас еще здесь кусочек немножко так покорил, давайте скажем. Дома сделаны, выполнены, фактически вот два дома, выполнены в одном стиле. Вот. А этот дом немножко... Чуть-чуть, да, не вписывается, но в то же время он не создает диссонанса. То есть нет такого, ой, некрасиво, один такой, другой такой. Как-то вот оно, даже ворота, хоть и разного цвета, но ворота сделаны в одном стиле. Да. С рисунком, ковка железная, очень даже оригинально, мне нравится. Александр, вот плитка под машину навес, терраса, это тоже у нас делали? Делали у вас, но это уже ДП. За отдельно. Да, это ДП. Это уже, да. Сколько у вас терраса квадратов? 26 квадратов. 26 квадратов, это плюс с плюсом к общей площади идет. Ее можно закрыть, и будет отдельная и большая комната. Да, кондиционер поставить и все. Благодать. Ну, мы еще не знаем, решили вот первую зиму перезимовать, да, посмотреть, что надо, что не надо. Но вообще, в принципе, нам вот этого всего хватает. Скорее всего, что мы сделаем, ну, сюда мебель какую-то, именно террасную. И, будет, наверное, будет просто открытое тоже, место. Вот, если мой будет дом, я не буду застеклять. Мы сюда ради этого и приезжаем, воздух. Атмосфера вот эта вечерняя. Здесь вечернее звезды. Солнышко. Да, да, да. На террасе. И тем более, что у нас она выходит на северную сторону, она у нас не жаркая. Вот что хорошо. Да, это хорошо. С той стороны, конечно, мы там жалюзи повесили, все, потому что там напекает. И мы лето прожили без кондиционера. Мы просто опускали жалюзи. Мы жалюзи опускали с утра. Да, и учитывая, что дом как бы свежий, его все равно надо сушить. Да. Вот. Ну, все открыто. Поэтому все было открыто. И на лето мы сюда как бы на эту сторону выходили и таким образом как бы обошлись. Вы и знаете, без кондиционера, еще хочу без добавить, ничего. Вот есть такое украинское выражение, что домашняя думка в дорогу не годится. То, что дома можешь там надумывать, насмотреться, там столько. Когда приезжаешь на место, совсем по-другому все складывается. Вот так же сложилось по-другому совсем даже с тем же кирпичом, вот элементарно. У нас была строгая задумка, то, как керамзитобетон. А потом вдруг раз газобетон. И мы тут, нам давай листать, газоблок, извините, давай листать, давай там рассчитывать интернет, все. Ну попробуем. Вы знаете, вот честно говорю, первое мнение. Вроде бы как он свои даже те качества оправдывает. Вот летом не жарко. Летом у вас прохладно. Да. Зимой сказать, что холодно, нет. Ну прохладно бывает, там это от того, что но мы вот у вас экономим. Системы нет, вы не будете ставить, я так понимаю. Ставить. Представляете, на юге без предсистемы. Вот в керамзитоблоке такого уже... Ну, не будет. Не будет, надо, да, будет его охлаждать. Да. Надо будет. А здесь, вы знаете, вот даже летом, мы утром, если сильно солнце печет тут с утра, мы прикрыли жалюзи, опустили, там затишно так хорошо, и оно держит до вечера, держит прохладно. Да, да. Вот. Ну,
Не надо. Здесь мы, учитывая, что это страна... Посмотрим. Это же первый год. А там будем корректировать уже. Уже по ходу жизни будем видеть, что еще надо дополнительно. Ну, спасибо вам большое за честный такой обзорный отзыв. Нам очень приятно. Я думаю, подписчикам будет тоже интересно. Потому что, я говорю, все приезжают сюда, вот у нас контингент это от 50 и выше в основном. И тут должно быть все уже без переживаний лишних, головных болей и так далее. Поэтому хотите дом на юге, обращайтесь в Стройгарант Анапы. С вами был Александр Никиенко. Всем удачи, всем пока. Удачи.